Захоронения защитников приведут в порядок. Об этом сегодня говорили на совещании у президента. В Бендерах на Борисовском кладбище установят еще 50 памятников в едином стиле. Это на Аллее Героев. Все работы выполнят к 19 июня. В Тирасполе более 1,5 сотни захоронений защитников. Есть могилы, за которыми никто не ухаживает. Например, когда нет родственников. За это возьмется город. Президент поручил приступить к работам уже сейчас. Абсолютно я с вами согласен, что эти люди достойны, скажем так, нормального места захоронения, чтобы они оставили о себе память на земле. Кроме того, значит, будет создана такая рабочая группа при администрации. В эту рабочую группу будет входить представитель именно Союза защитников города Тирасполь, представитель военкомата. В этом году мы выделяем на 42 памятника денежные средства. Вот. И работа пойдет. Работу уже надо начинать. Буквально поэтому Олег Анатольевич именно, ну, я думаю, на этой неделе можно собрать эту группу, на следующей неделе, да, и, так сказать, приступаем к работе. По большому счету, в принципе, то, что мы сейчас будем делать в Тирасполе, это предполагает по всей республике. На столичном кладбище Новое установят более 40 памятников защитникам, как и в Бендерах, в едином стиле.